Ребята, всем привет! Это пустые баночки семьи Кононовых. С вами Аня Кононова. Давайте с вами начнем. Ближе к делу. Пустые баночки только от компании Faberlic. Итак, смотрите, мы выпили очень много чаев в последнее время. Самый наш любимый, как вы видите, что с кокосом, с ананасом и апельсин-какао мы пьем меньше, кокос, ананас больше. Так, дальше с кусочками имбиря и меда. Вот мы немножечко тоже попили. Зеленый чай, если честно, черный я вообще очень люблю, он мне нравится. Зеленый чай мне бы хотелось поменьше пить. Я вообще не любитель просто зеленых чаев, а как бы они не были полезны, получается. Вот эта вот каша мультизлаковая с яблоком и фундуком нам понравилась, всей нашей семьи едим прям с удовольствием. Артикул 161.13. Очень вкусная каша мультизлаковая с земляникой и с бананом и лукумой. Тоже так, знаете, нормально, но вот это прям наша любимица. Каши вообще нам очень-очень понравились. Все съедаем, но в связи с новинками у меня был заказ уже на 600 баллов, хотя в компании Faberlic нужно делать только 50 баллов. Причем на 50 баллов можно сделать обычный инфопродукт, и все уже будет хорошо. И, конечно же, как обычно в этом видео, я буду подробнее останавливаться на новых пустышках, да, или на новых линейках. Так, дальше смотрите кетчупы. Ну, как вы видите, классический кетчуп нашей семьи на первом месте в пустых баночках, а шашлычный на втором месте, да, то есть шашлычный меньше кушают. Что могу сказать? Классные кетчупы, вот этот вот как Хайнц, прямо один в один, ничем вообще не отличается, только этот немножечко гуще. Действительно суперские кетчупы, действительно классные кетчупы, да, артикулы я сейчас называть вам не буду, потому что сейчас я их все подписываю, да, то есть вы можете посмотреть и чаи, и каши, и так далее. Понравилось, действительно классно, действительно клево. Дальше, смотрите, значит, у нас с вами идет коктейль Wellness, коллаген, плюс коактив, жиросжигающие вещества. Недавно смотрел про него видео. И там мужчина, мастер по спорту, сравнивал много коктейлей различных сетевых компаний. Я рада, что коктейль Faberlic он выбрал самым лучшим. На его взгляд, это шикарно. Артикул 156.51. Вот клубничный мой самый-самый любимый. Далее чай Immunity. Это травяной чай. У меня его очень давно не было в пустышках. Он мне нравится. Артикул 156.30. Не знаю, есть он сейчас в наличии или нет. Я его как-то брала по распродаже. Тут идет состав чабрец, березовые почки, зверобой, ромашка. Я такое люблю, я такое люблю, я такое пью. И, кстати, сейчас у меня вот такой вот чай на моем столе заварен. Я прям 5 пакетиков заливаю 1,5 литрами воды и могу сидеть и шлычкать его весь день. Очень вкусный, приятный такой насыщенный цвет. Именно вот этот Immunity у меня сейчас и заварен. Как обычно, шоколадки. Шоколада заканчивается у нас много. С клубникой, фундуком мой любимый. Ну и клюковый грецкий орех тоже очень вкусно. Реально вкусный шоколад. Шоколад без сахара. Недавно меня девушка в комментариях ругала. Что вы ребенку даете шоколад? Ну, ребят, детям не объяснишь, почему шоколад кушать нельзя. Поэтому я и вот заказываю наш шоколад. Да, вот как обычно, как вы знаете, да, вот этот вот. Пока он есть в наличии, я беру, ей нравится. И я не могу сказать, что это плохо. Потому что все-таки шоколад без сахара, он идет больше, менее вредный, чем обычный из магазина. Из магазина, хотя она и просит очень часто всякие там M&M'сы, киндер-шоколады. Мы и покупаем, но очень редко. Далее стевия, артикул 156.77. Хочу сказать, что мы вдвоем с мамой только ее пьем, остальные как-то вот не пьют, не полюбили. Значит, получается, у нас вот он идет в такой упаковочке, это темные капельки, это сахарозаменитель. А далее куча вот таких вот различных батончиков, их на самом деле было много, но я как-то вот перестала их уже собирать, потому что, ну, чересчур много. Вот это вот мы постоянно, на постоянной основе кушаем. Нам нравится, как гость. Я сразу выставляю эту коробку конфет на стол. Очень красивая. 16.066. Далее, такие вот батончики. Это одни из самых-самых-самых моих любимых батончиков, которые я заказываю, кушаю чаще всего. Да? Батончики с манго. 4 штучки в упаковочке. И злаковый батончик мюсли банана маран. 4 штуки. Прямо самые наилюбимейшие, на мой взгляд. Ну, вот для меня лично. Да? Закончилась зубная паста для всей семьи. Артикул 22.30.
37. Ну, знаете, обычная паста. Паста как паста. Нормально. Еще потом закажем. Дочке закончилась тоже зубная пасточка. Яблоко для детей. 3+. 23,58 артикул. Она такая гелевая, прикольная, реально вкусная. Конечно же, закончилась куча антисептиков. Артикул 27-25. Пользуемся тоже всей семьей. Они у нас стоят и в прихожей. И мы их кладем в сумку. А, вот, кстати, это вы что спрашивали? Это обычный шагометр, обычные часы. Значит, дальше 27-25. Вот нам очень нравится. И вообще антисептиками мы не перестали пользоваться. Мы перед магазином попользуемся, после магазина, после лифта. Нам кажется, что это очень даже хорошо, что нас вообще приучили к этим антисептикам. Даже если бы не было этого ковида, это очень шикарно, когда везде стоят антисептики. Артикул 70-912. Это у нас идет крем Маловтилин. Мы мажем Викусе им все. Какое-то пятнышко на попе выскочило, на лице, еще что-то. Всегда мажем Маловтилином. Он очень классный. Дальше прошла я вот эту вот линеечку. Проходила я ее много дней, как вы видите. А вот этот крем, он вообще нескончаемый. Его приходилось, крем для век, вот так вот, как градусник, встряхивать, и он просто бесконечный. Никаких проблем изнутри его достать не было, потому что вот так вот встряхнете, и он уже опять там накапливается. То есть я его хранила вот в таком вот виде, в коробочке, вот так слегка на боку, он у меня там все стояло. Но если он у вас вот так лежит, то это, конечно, он не очень удобный, да, вот с таким дозатором, потому что сколько бы ни выдавливали, все равно он там остается. А если вот так вниз хранить, то великолепно справляется. 12-47 крем для век. Это получается у нас именно подтяжка. Подтяжка для уже возрастной кожи после 30. Крем-круговая пластика 10,78 и активная сыворотка с коллагеном. Вот под конец вот этой линейки мне перестало хватать для питания. Вот как даже выразиться, такое было ощущение, что кожа уже напиталась и запросила чего-то другого. Вот его действительно, как написано в инструкции, 60 дней. И хватит, и норма. В общем-то, да, линейка мне понравилась еще чем. Крем отлично питает, макияж отлично держится, не размазывается, если его, ну, не переборщить, да, слишком много не наносить. А наносим сыворотку и под крем для лица круговая пластика. Получалось очень здорово, впитывается мгновенно, какой бы вы слой не нанесли. В общем, я израсходовала много таких вот тюбичков, потому что они идут по 30 мл, их тут реально мало продукта. Все здорово. Шприцы, концентрат для лица, пептид комплекс и гиалуронка. Я их использовала, один закончится, беру другой закончится, беру первый закончится, беру другой, да. Что могу сказать? Шприцы отличные. Пептид комплекс работает сразу. Гиалуроник, он же идет с таким пролонгированным каким-то вот эффектом. То, что сегодня вроде бы нанес, не так сильно резко разглаживается, как от пептидного комплекса, да, от пептидов сразу моложе кожа становится мгновенно, да, в течение часа. Гиалуроник им наоборот как будто лечится морщинки и назад не хотят возвращаться. Далее любимый мамин крем для век 15 мл 60+, мультикорректирующий. Тоже очень-очень понравился и по консистенции, и по всему. У мамы реально сократились морщины на глазах, глазки помолодели. Мама довольна, без всяких массажей, без всего. 0,7-68, 60+. У кого сильно морщинистые веки, заказывайте, не пожалеете. Прям все протестировала. Далее, мама у меня использовала активный крем для лица. Он идет для того, чтобы улучшить состояние кожи, снизить выраженность пигментных пятен, защищать от агрессивных воздействий. В общем, пролечились немножечко, да. Отличный крем, да, действительно, с пигментацией справляется со всем. Что маме, что мне, он понравился, да, то есть видите, все пустенько. Запах тоже очень такой у него свежий, приятный, но не бьющий в нос. А я бы порекомендовала, действительно, он хорошо сработал. Причем тут в составе идет экстракт витамина В3 и экстракт гнезд салангана. Главный компонент этого крема. С древних времен он признан ценнейшим косметическим ингредиентом. В общем, у нас одно заканчивается, мы переходим на другое. И как раз вот мама этим айсулом пользовалась, пока ждала вот это вот 60+. Потому что, ну, бывает такое, забываешь заказать, а потом смотришь, кремов нет. И, ну, вот так получилось, что промежуточно у нас
крем Айсыул пошел в работу, и маме он понравился. Так, у мамы начинаются огороды, у мамы ноги устают, и мама, конечно же, решила воспользоваться бальзамом для усталых ног, артикул 2159. А про ноги сейчас есть новая версия, она лучше, как-то красивее кажется, но такая же по действию хорошая. Вот, он снимает напряжение в ногах, способствует улучшению кровообращения, экстракт торники активизирует работу клеток, обладает успокоительным и разнозаживляющим эффектом, а ментол мгновенно освежает кожу стоп и придает ногам приятное ощущение свежести. В общем, мне понравилось это средство, рекомендую, ребят. А в новой версии тоже здорово. Далее, N4W, это маска очищающая, это целая линейка, безумно понравилась эта маска, действительно хорошо выполняет все свои функции, и как скраба, и как умывалку, и как маску, да, то есть можно различными способами ее наносить и пользоваться. У нее три способа использования. Артикул 0467. Салфетки, как обычно. Коралловый кальций, мои хорошие, как обычно. Мы то, что мы пьем, едим. У нас всегда его много в пустышках. Далее, весна. Пачек 5, наверное, израсходовали таких вот влажных салфеток. А быстрое очищение, уход. Я даже не помню, были ли у меня хоть раз в пустышках, потому что мы салфетки вообще редко до пустышек доносим, хотя используем в огромных количествах. Итак, 114-34, такие вот влажные салфеточки хорошенькие. Обувь хорошо очень очищает, и никаких нареканий нет. Далее, тонизирующий скраб для тела антицеллюлитный. Понравился, люблю его, слегка пенится, артикул 1237. Так, это у нас идет восстанавливающий крем для лица, рук и тела, райские моменты. Он идет что-то типа немножечко в перемешку с медом. Очень хорошо впитывается, не липнет. Я с ним познакомилась еще на курорте в Джубге. Артикул 2582. Кожа действительно бархатистая и очень хорошо увлажненная. Мне понравилось. Его можно наносить для лица, для рук и тела, но я наносила только для тела, потому что для лица у меня идут антивозрастные кремчики уже, да. Вот, значит, это новиночка, абсолютная новинка, впервые у меня в пустышках. А что хочу сказать про нее? Великолепная маска, немножечко сложновато наносится. Почему сложновато? Потому что она такими как кучкой такой, да, идет. Эту кучку надо разбивать между рук, да, то есть наносить. Вот тут в составе идет вот эта вот штучка, лопаточка, да, то есть вот оно так вот, таким образом оно приходило, было в коробочке, да, и вот это рядом с коробочкой вот так вот лежало. В общем-то, маска, хочу сказать, что она действительно увлажняет, как будто бы подтягивает, но она и называется перезагрузка и идет как освежающая маска. Классная, суперская, закажу еще с удовольствием. Аромат у нее тоже очень такой приятный, свежести какой-то, еле уловимый. И, кстати, эту баночку не выкидываю, меня ее Вика попросила в ванной играть, я ее ей отдам. Вот, пока что не отдаю, чтобы не забыть показать вам. Дальше, конечно же, маски для волос. Маски для волос у нас используют три девочки, поэтому всегда их много бывает. Во-первых, одна из моих любимейших, наилюбимейших масочек, это двойное питание с аминокислотами. Идет зимняя терапия, она идет с эффектом антистатика, от шапок, от всего, от капюшонов. Вот. И вообще зима — это реально настоящее испытание для волос. Она, у нее такой нежный аромат, и она очень классно, ой, приятно, вообще не могу. И она очень классно пахнет такой сладостью, как будто вот, знаете, сладкий снег, что ли. Да, далее, значит, увлажняющая маска глиняная, тоже шикарная штука, из года в год ее, ребят, заказываю. Я уже не помню, сколько маска лет, по-моему, я пришла, она уже была в компании, да, 6 лет назад, и вот она мне нравится, все время ее беру. Это Катюшкина масочка, я ее назову хорошим бальзамом, прямо очень бюджетная, артикул 1261, питание, увлажнение. У нее натуральные некрашенные волосы, и, конечно же, эта маска для нее прям идеально. Да, если мне она слабовата и как хороший бальзам идет, то для Катерины она самая-самая топ, потому что волосы не испорчены. Мы ее, дай бог, если там раз в полгода куда-то завьем, а так она не любит даже завиваться. Далее, восстанавливающие тоники для лица.
прошлый раз, когда я снимала пустышки, так получилось, что я забыла еще одну сумочку, и вот это вот накопилось буквально месяца, может быть, за два у нас с мамой вдвоем, да, то есть так вот. Далее, конечно же, секреты Востока, я их пью на постоянной основе, а в одном видео, не знаю, что там случилось, хочется сделать вам пояснение, мои хорошие. Я сказала, что у меня в семье все протемпературили, переболели, а я из-за того, что пью секреты Востока, не свалилась, а у меня просто выскочила пара простуд. Так вот, я имела в виду, что от секретов Востока не то, чтобы простудами осыпать, а то, что я не заболела, я нормально, полноценно жила, работала и развивалась. И еще раз хочу сказать, что я не это имела в виду, что вы поняли. Очень даже интересно, конечно, поняли, но что уже теперь тут поделаешь. Q10 тоже всей семьей пьем. Омега-369 это обязательно. И причем у нас их заканчивается очень-очень много. Но я уже начала так это дубли выкидывать, потому что пустышки было бы смотреть скучно. Далее, у него не такой дозатор, но он сломался, да, вот этот распылитель. И пришлось воспользоваться вот этим. Вообще обожаю, обожаю просто этот аромат. Акваспрей, утренняя свежесть, защита от запаха животных. Артикул 30-325. Мне он нравится, но у меня еще есть один любимый, классный, суперский теперь, да, акваптический, как вы помните, от Home Nom Greenly. Так, дальше, конечно же, мыло для рук, как обычно. Как же, куда же без мыла для рук? И мы начали пить гидрейн. Ребят, он реально работает. Он реально работает. Артикул 156-20. Он действительно идет как вот лимфодренаж, да, то есть на уровне жидкости. Он выводит жидкость из организма. Мне очень это дело понравилось. Закажу еще, буду пить еще, потому что по одной таблетке в день пили мама, папа, Антон, я. И 60 капсул у нас быстро кончилось. Если написано, что 2 месяца курс, то мы, понятно, что мы не прошли курс 2 месяца, у нас она вжих и все, и вжих и нету ее. Далее, очищающее гидрофильное масло, вот нашла еще одну штуку, в жизнь больше не закажу, мне не понравилось оно. Ощущение нормальное, отмывает хорошо, но мне не нравится вот это вот ощущение того, что я сначала какое-то масло наношу, да, на интимные зоны, потом я его размазываю, потом я жду, пока его смою, не смою, абсолютно не пенится, непонятно, помыло, не помыло. В общем, все, что мне в нем нравится, в принципе, оно мне нравится, но это не мое, я не хочу такое. 26.01, это, наверное, новая какая-то технология. Далее, значит, нейтрализатор запахов, это, конечно же, на постоянной основе, устраняет причины стойких резких неприятных запахов, не именно перекрывает существующие, а вот то, что пахнет, вы побрызгали, оно потом не будет пахнуть, да, вот, например, лоток у кошки или что-то типа этого. Артикул 112.87. Катюшкина линеечка Арису. Ну вот, я как была права, что она мне понравится тем, что волосики не склеивают. Они такие легкие, блестящие, воздушные. Вот эта вот серия, вообще серия огонь, ребята. Попробуйте, у кого вот натуральные свои волосы, вот Катюшка просто кайфует от нее. Ей очень нравится и аромат очень приятный. Я рада, что она перестала пользоваться на постоянной основе чем-то вечно черным, да, такой вот бальзам легкий, приятный. Мне бальзама на мои пережженные волосы не хватает. Далее, смотрите, значит, концентрированный гель для мытья посуды Soda Effect. Это новинка, он у нас уже закончился. Артикул 397. Действительно, все очень хорошо моет, но я не могу сказать, что он моет лучше других. Да, то есть мне не нужен на кухне ассортимент различных, да. У нас есть и запахи устраняют, у нас есть и соды эффект, у нас есть и чистота, и блеск с энзимами, у нас что только нету. Я одинаково пользуюсь всеми, вот честно так и скажу вам. Артикул 397, это новинка, впервые у меня в пустышках на YouTube-канале. Так, следующая новинка, тоже впервые в пустышках на YouTube моем канале. Концентрированное универсальное средство, антибактериальное, компонент. Мы его израсходовали буквально за 3 недели, потому что полы мы подтираем каждый день. Запах приятный, все приятно. Моет нормально, моет хорошо. Артикул 30-219. Он идет для мытья всех видов полов и других твердых поверхностей. У него идет антибактериальный компонент. Дополнительные эффекты чистоты замедляют осаждение пыли. Вот это вот, что он пролонгированный эффект чистоты, это вообще супер. Без хлора он идет.
идет нейтральный и не требует смывания. И причем он содержит не только антибактериальный компонент, но он еще и содержит цитрус и мятное дерево. То есть у него натуральная душка, натуральный аромат. В общем-то, мне понравилось. В доме действительно классно. Дальше. Мой один из самых любимых гелей для интимной гигиены. Густой, хорошо пенится, великолепно себя ведет. Приятный аромат. Или я уже принюхалась, но он для меня обычный, приятный уже стал. Да? Хотя раньше я его немножечко ругала. А артикул 8227. Он идет с дозатором. У него удобная упаковка. Он густой, суперский. И реально его надолго хватает. Вот такой упаковочки, я не знаю, месяц, два, три, она все не заканчивается. Да? Дальше. Куча тут всего мала. Конечно же, наши прокладочки женские. Влажные салфеточки для интимной гигиены. И мои любимые для приборки. 30 штучек. Тоже вот в заказе имеются. Дальше. Вот, кстати, этот мусс для интимной гигиены тоже закончился, тоже мне нравится. Я пустышки, ребят, не снимала больше месяца. В семье у нас, как вы знаете, 7 человек живет. У нас еще жил все это время папа, мой папа, да, папа Толя, который. И я вам хочу сказать, что действительно расход такой не маленький, потому что все моются, всем мы проделывали. Ради папы мы наняли массажистку, которая ходила и делала ему массажи. Вот, и это все, в общем, порошка много ушло, всего много ушло, потому что полотенцем раз вытерся, я вот не люблю второй раз вытираться. Артикул 2068, мусс для интимной гигиены. Отличный, просто отличный, но не всегда мне нравятся вот такие дозаторы, которые иногда просто заедает, то заедает, то не заедает, хотя вот эта вот пеночка, она до такой степени легкая, приятная, с таким каким-то нежным, сладковатым ароматом, можно сказать, недоароматом, его практически нету, вот, и вот видите, раз, все, оно заело. Жди, пока оно назад вернется. Или сама доставай, нажимай, сама доставай. Вот это, конечно, не мое. Это мне чисто вот средство отличное, флакончик, ну такое, ребят, если честно.